мужчина. Человек-собаки друг. Человек-собаки друг. Это знают все вокруг. Это знают все вокруг. Понятно всем, как дважды два. Нет добрее существа. Не просто друг, а напарник. С лабрадором Янки кинолог Надежда Баканова работает с 2012 года. Вместе и на стадион, и в метро, и на фестивале. Кинолог говорит, главное качество пса – интеллект. Именно поэтому он так нетороплив. Кто понял жизнь, тот не спешит, шутит Надежда. И всегда поощряет напарника за хорошую работу. Янки, как любой лабрадор, будет всегда готов работать за еду. То есть для нас лакомство – это, конечно, всегда сырочек, колбаска, яблочко, банан, любой фрукт. Мы любим все. Нас часто пытаются накормить, напоить, даже хлебом. Янки – специалист по обнаружению взрывчатки. А вот эта красавица, бельгийская овчарка, носит необычное имя – Самара Родстар Акелла. Ловит преступников. А еще она настоящий полиглот, знает 5 языков – русский, французский, немецкий, английский и армянский. Стоять! Куше, это на французском проживает. На французском сейчас поставлю. Дай бул. Браво. Это я сделал для того, чтобы, ну, чисто физически, так, спортивный интерес. Смогу ли я, сможет ли собака. Ну, вроде получилось, как бы. Вот интересно, конечно. Я искал там хотя бы где там в интернете, кто там на нескольких языках. Ну, ничего, может, я не нашел. Ну, как бы я не скидываю ничего такого, мне для своего удовольствия я это сделал. Чтобы команда сработалась, кинолог и собака должны найти друг друга. К каждому животному индивидуальный подход. Сейчас в центре содержится 135 овчарок, ротвейлеров, лабрадоров и спаниелей. Одни ищут оружие, другие – наркотики, третьи ловят бандитов. Всех их объединяет одно – умение и желание работать с человеком бок о бок. Марьяна Мирная, Максим Гусев. События.